Оля! Эй, ребят! Я только что кончил... Боже, какая шутка! Знакомьтесь, универсальный переводчик! Хе-хе-хе, сработало! Никогда бы не подумал. Оно все еще говорит? Я думал, что эта штука... Повар! Я не задумывал так изначально, но с удовольствием... Поебу, сука! Какой отстой! Это совсем не то, что я подумала! Блядь! Я, походу, спалилась. Ну-ка, ну-ка, спокойней, Стикс. Расслабься, истеричка. Эй! Какой ебу, сука? Выруби эту штуку прежде, чем она скажет Сонику, что я его люблю. Ты чё, охуел? Похоже, новое изобретение Тейлза посеяло раздор между Соником и его корешами. Какой же я... Неверный! Неверный! Эмми Роуз – конченая дура. И волосы у нее воняют! Что за шампунь у нее? С ароматом тухлого йогурта? Я дебил. Эй, я не дебил! И, я еще и урод. Но не настолько, как Стикс. Доктор Эггман гей. Эй, да мне нравится твой настрой! Соник, гадость! Что за... Уйня! Ну ёпты, блядь! Какой красивый торт. Надеюсь, никто на него не сядет. На столе были ноги. Здравствуйте. Где этот синий... Неверный. Ваш пед. И остальные твои дружки. А хуй его знает. Hey. Братва, я вам всем скажу, кто дернет на драмы, закопай вот здесь. Чепантуешься. Порешу всех без базаров. Запомни мой кулак. В ухо дам, зубы выплюнешь. Во. Hey. Братва. Тейлз, будь няшечкой, воткни дрель вон в ту розетку. Это не выглядит слишком уж безопасно. Ну да, я знаю, поэтому это делаешь ты. На, выкуси. Я забочусь о тебе. Блин! Я изничтожу этого дебильного робота.